options. Players 1. Близзарды. Я помню, Interplay делала замечательную игру Cannon Fodder. А после их путешествия через... Не успеем прочитать. В один прекрасный день, пока возвращение домой закончилось путешествие. Что мы здесь делаем? Я голоден. Ты должен идти через что-то там меня налево. Да, я должен был поесть 3 раза сегодня, и солнце все еще не появилось. Не беспокойся, я голоден. А меня не волнует, я голоден. Итак, я окончательно поймал Mighty Vikings снова. Я снова поймал этих викингов каких-то. Ребята. Позвольте мне догадаться, у тебя было плохое предчувствие насчет этого. Добро пожаловать назад, неудачники. В этот раз вы будете опыт... Не успеваю читать, хороший. Это время здесь было невозможно сбежать, стражники, которые... Да, томатор, но сперва я должен смоделировать фазу вариантов в этих полях. Заключенные, следуй за мной, следуйте за мной. Просто не успеваю. О! И в конце. Викинги в моих клатчах. Ха-ха-ха-ха-ха, не понимаю, о чем я. О, нет, только не это снова. Системный сбой. Синий экран. Меня налево, да. Как-то так. Хотел замашнить в опциях, но проверить надо было. Заключенные? Взять его! И мы взяли несколько прохладного стафа от этого робота. Я не знаю, что он наделает. У нас нет времени, чтобы выяснять это. Мы здесь, мы должны выбраться отсюда. Посмотри, большой светящийся предмет. И здесь есть знак. Он говорит о том, что это пончик. А лав? Нет, нет, нет. Я думаю, что это еда мания. Отправляемся в Трансильванию, 1040 год. Не понимаю, тут пока такой перевод. Нет, я потерял их снова. Ну как-то так. Махач в темную. Кэнон Фодер купили и испоганили. Ну тогда, паспорт СТРТ. Друзья, можем запоминать пароли. СТРТ. Эй, где мы? Этот знак говорит нам о том, что не стоит донот тач. Это не пончик. Что является пончиком? Я думаю, я пахну странно. Does it cut of yours ever quit? Это определенно не наш корабль. И это определенно время, чтобы найти домой путь. Путь домой. Это просто счастье, путь домой. Это был вид из глаз стражника. Нажми А, чтобы поговорить с людьми или прочитать подсказку. Ну давай. А где подсказка-то? А, это была подсказка. О, давайте за джедая поиграем. А мы ищем большой светящийся металлический предмет, который был брошен здесь. Хорошо, я знаю заклинание, которое поможет отправить тебя туда, но... But of you have to be here at once. Но все 3 из вас должны быть там однажды. Нажми L, чтобы поменять персонажа. А, должны быть все вместе, наверное. Окей. Эй, привет, у тебя есть пончики? Пончики-то, тач-дона, трогать пончик. Что является пончиком? Может быть, ты должен
взять своих друзей сюда, чтобы объяснить, что здесь происходит. Хорошо, давай. Можешь ли ты взять нас в большой светящийся металлический предмет, который был брошен здесь? Хорошо, я знаю, что я знаю заклинание, которое поможет отправить вас туда. Заклинание ограничен, имеет ограниченный радиус, так что если ты не хочешь... Take you all the way here, there I will meet you at the near... Я встречу вас в ближайшем кадроне, и мы можем начать. Но я... Блин, реально неудобно сидеть перед таким телеком. Что-то я отвык прям. Но я нуждаюсь в циклопе, в глазе циклопа, в крылья летучей мыши и Ойрмаперус Машрум, чтобы сделать снова это заклинание. Окей, звучит хорошо. Давай отправимся. Щупать бумку. О, пароль новый. ST3V. Слушайте, мы прошли первый уровень. Изи. Изи-пизи. Изи-пизи. У меня есть специальный предмет, чтобы фоткать пароли. Специальное устройство для паролей. Отлично. Окей. О, рыба. А, это мышь. Полевок стол the guards energy saber. Please beat your attack with it. А, это у нас чувак какой-то, да? С мечом был. Нажмите на Б. Нет, не тот. А, ты джедай? А у него же меч был. А куда у него меч делся? Или это не джедай? Подожди. У меня же только что оружие было. Какой-то кулак, нет? Что-то я не понял. Олаф, грабер, the guards, shield. Press B to block. Прикольно, кстати. Слушайте, прикольно. Прикольная игруха-то. Только типа квест. В реальном времени. Не, слушайте, мне пока нравится. Пока круто сделано. Не знаю, что будет дальше. Да, это что-то типа квест такой. Но... Press B to jump Eric onto ledges or over obstacles. Ну да, типа что-то квеста такого. Окей, let's go. Я нуждаюсь в... А. Давай. 10 из 10? Ну я думаю, что... Не знаю, посмотрим. Что там дальше будет по игре. А как выкинуть-то? А, просто зайти. Let's go. А, хорошо, мы все принесли для зелья. Телепортирование людей это не просто... Ребята, без точности ингредиентов выглядит так, что мы не нуждаемся в лекции. Просто сделать заклинание. Она прикольная, но очень длинная. Я не знаю, вот смотрите, нам дают пароли. По идее, 32 уровня написано было в мануале.
И насколько я знаю... Через 30 часов не надоест. Не, вроде нормальная игруха такая, прикольная. Мне единственное не нравится уже с этого телека играть. У меня был переходник с HDMI на DVI, думал его поставить. Ну, блин, реально очень близко, я прям... Я отвык от такого. Поиграл пару раз на маленьком, уже отвык. Дико отвык. Press Auto Use Balilong Bionic Arm. Я имена не знаю. А, окей. Love can glide like a majestic eagle by holding his shield over his head while falling. Пароли после уровня, это уже топ игра, да, тоже топ игра. Однозначно. Окей. Слушайте, они стакаются, смотрите. Или не все? А, только щит. А, прикольно, кстати. Блин, этот титанический гном щит позволяет Алафу проходить через маленькие отверстия. Нажми вниз, чтобы его активировать. А он не прыгает, да, вообще? Не, я это понял. А как? А, с верхнего, наверное, да? Окей. Ну, у нас сектор ключ есть. Бег, прыжок. ХЗРК. Лав, третий гиви. Russian Accent is real. If you have the right color key, you can unlock a keyhole by standing over it and pressing X. Давай. Вон нашли глаз. Я так понимаю, нужно найти определенные части. И телепортироваться на следующий уровень. Что-то типа в этом суть игры. To jump higher, stand Eric on Olaf's shield, then press B at the peak of Eric's jump to use his turbo boost. Чё? Подожди. Jump higher, stand Eric on Olaf's shield, then press B at the peak of Eric's jump. То есть... А, ну это... Я понял. Привет, профессор. Кстати, насчет звука «з», ты все не понимал, как ее произносить без звука «з». Я видел обучающее видео по устранению акцента, там предлагают говорить «д» вместо «з». Будет же звучать, как человек с Ямайки. Ну, такое. Вторая часть, да, вторая часть. Я не знал, а первый даже. Не говоря о второй. А чё? To select an item for use, press select, then move the blinking box over the item. Press select again to exit. Не, вот классное управление, хорошее. Вообще, все пока топич. Пока все топич. Ну, это не точно, но пока топич. А-а-а! Слушайте, тут можно просрать, наверное. Мне кажется. Потрачено. Потрачено, пацаны.
Тут опять фоловит, страшно становится. Первая часть «Игра детства», как можно не знать о викингах, да легко. Привет, Магнус. Как тут продвигается изучение английского произношения? Легко, да, легко. Нормально. Я вот хп одну потратил. Не, огонь. Пой про чашу. Огонь, огонь, ребята. О, to trade an item, press select, then press B. Ну, я только что это сделал, без подсказок. На, вкопал. This not this, the not the. Чё? Научился произносить? Нет, я не учился. До сих пор. Блин, вот мы одно хп потратили, это не очень меня радует. Окей. Gee, Eric, been here a lot like being lost. Hey, lady, why are you like making stew? How can you have such a big head and such a small brain? Без перевода. Проблема в том, что я не знаю, какой уровень надо было записывать. Трэш. Пароль трэш. Я думаю, мы уже уровня 3 прошли, осталось еще 30. Всего ничего. Press Y while running to give Eric the speed to destroy some walls. Эрик. Тут имена были бы подписаны, я что-то... Эрик. Это Олаф, это я точно знаю. Эрик. А, во. На. Красавчик. Лучше просто переводи. This game is awesome. Встань через элеватор и нажми вверх или вниз, чтобы контролировать его. Уже лучше. Ты просто лингвист, мать твою. А если ты... If you have too much stuff, trash some of it, trade the unwanted item to the trash can. А, ну можно выкинуть предметы. А, типа... Окей. Не, классное обучение в игре. Вот прям топич. Без всяких мануалов можно проходить спокойно. А, окей. This is a test donation. Ну, даже да. This is a test donation. А игру, где дороги дроба выбирали? Рандом. Там рандом. I have Bengus punch targets by pressing U and direction. Окей. Я думаю, пора отправиться на лифте вниз. Thank you.
Use his turbo boost while Eric is jumping up to destroy some settings. Turbo boost while Eric is jumping up to destroy. А как? Подожди, while jumping, что они имели в виду? А, нет, подожди. Не понял. Use his turbo boots while Eric is jumping. His. Ну, значит, his. His turbo boots while Eric is jumping up to destroy some settings. Use his turbo boots while Eric is jumping up. Use his turbo boots. А как я это сделаю-то? Из его спасибо, Магнус. Я прям первый раз слышу это слово. Использую ракетные ботинки. Ну это тоже хорошо. А, все, два раза нажать. Ну это странно, окей. Это было немного странно. Эй! Чеснок? Это же чеснок из Кослевани. Окей. Да я не то чтобы перевод простил, я понять просто не мог. Что значит его? То есть, кого его? Потом я нашел машину. Use food to restore lost health. Press X to use... А, это еда, что ли, чеснок? Да? Или что, подожди. Наверное, да? Press X, окей. Болевок... Bionic arm lets him grab objects the others can reach. Press. О, по диагонали можно бить. Ничего себе. Написать про мануал есть, да не, там все просто, все просто и так сложно. Изейший уровень. I'm starting to become attached to your guys. Maybe we should all stay here together. Ох. Ох. Привет, биолозист. Swim. Прибавь музыку в игре. Ну, я могу добавить? Я не могу добавить музыку в игре, я могу саму игру добавить. Здесь музыка довольно тихо играет. Сама по себе. Музыку я добавить не могу. Эрикс Машо Гилл Хелмет lets him breathe under water. Press B and direction to swim faster. Эрик.
Эрик. А кто Эрик-то? If you have a password like swim, I wonder what it will involve. Password swim. Эрик, the Swift. Это у нас получается? Headbutt. Я так понимаю, вот это Эрик. Press A to operate stuff like button and other switches. Balrog can swim by grabbing a javel with his bionic arm. Can swing. Проклей стикер на экран. Слушай, хорошая идея. Слушай, действительно хорошая идея, а? Я пока их все равно плохо запомню, а я потом их забуду в любом случае. Через день-два. Но они не очень... Нет, они, конечно, запоминаются, но... Хотелось бы. А они персы не меняются, эти три перца до конца игры, или нет? А, нет, их много, тогда не надо. Там, похоже, добавляются новые персонажи по мануалу. Так что нет смысла. Тут каждый раз новая механика, как раз. The powerful gas of Olaf also enables him to smash some floors. Вот это, наверное. You, if you research carefully, you may find extra items in hidden places. Olaf's gas allows him an around boost. Press Y. Чего? Press Y while falling. Olaf's gas. Окей. Поменяй щит, баран. Во. Кнопок много слишком. Классная игруля. Да, прикольная. Стикеры зашли бы в первой части, тут их больше. Я посмотрел по мануалу, судя по нему, там... Там реально много персонажей будет дальше. То есть их, понятное дело, что всего будет три на экране, но их в целом очень много. Лодочка сливания четвертая, подожди. О, все, изи. Изи. Так, пока я не понимаю. И тут, и там нужен ключ. А он предметы может на расстоянии передать, например? Или нет?
Получается, что нет. Грибочки. На самом деле всего парочку добавить персонажей. Да, вот думаю дропнуть стрим. А в смысле дропнуть? В смысле, я так пока начну, все забуду. В смысле забудешь? А, так что ты, так ты наклей себе стикер, чтобы не забыть. Of course, it's a vampire bat wing. What do you think? We are stupid? Да, здесь все нормально. Телепатические предметы передать. Нет, все окей. Пароль 2. Прикольные пароли. А первые тоже что-то означали? Или они были рандомными? А, вслепую. Так, ну тут как бы, не знаю... Swim, trash, keys, stew. Ну да, тут пароли это. Какие-то слова зашифрованные. Эрик! Where's Eric? Hey, белок, I thought. Quiet! Тихо! Like, насколько я знаю, разность между вампирами. Разница между мышью, вампиром и. Чего? Окей. Тут кнопок много. Единственная проблема игры — много кнопок. Их можно забыть. Перепутать, то есть. Не забыть, надо перепутать точно можно. О, ёжик. Эй, вы. Что-то я тут не очень понимаю, тут платформа или нет? Кажись, сложная штука про то... Подожди. Есть простой способ, а мастером экран заштрихуй, вроде на стриме, вроде ничего не видно, интрига сохраняется. Пароли брутфорсить? Да нет, ты чё, мы по-честному играем, Денис. Можно в бейсе надписи сделать, но тогда и мы будем видеть. Какие надписи-то? Кажись, сложная шутка про то, что есть летучие мыши, которые едят фрукты. Да, я что-то не понял шутки. Я пытался. Ну, это платформа, окей. Я думаю, что нам надо... Во! Изи. Так, у нас есть ключ, только я не знаю, куда идти дальше. А, это просто персонаж. Я думал, это тролль. Это просто персонаж. Тогда все просто. Let's go! Прохладно! Очень глубоко. Чё? Я Вонг, который принес мальчика. Мое имя Фанг. Текстовое название викинга в ОБС прям... Да не, зачем? Да и так все понятно.
Thanks with visuals close. A major treat to monsters. Please, thanks. Какие-то... А, нам дали нового персонажа. На У? Окей. Типа Росомаха. Фанк has the powerful limbs of a wind canina. Нажми Б, чтобы сделать прыжок. И чё? Подожди. Фанк has the powerful limbs of a wind canin. Press B to make him jump. А, наверное, он может по лестнице спускаться. Он не по лестнице, по стене. По красоте. Но не знаю, насколько это надо. Поехали. Как кнопку-то нажать? А, во. Ну я нубас. Funk can jump onto and off of walls. А, вот, сейчас мы новую механику. Новую механику познаем. А-ля Метроид. Я не знаю, игра действительно долгая, если написано 30 уровней, мы уже примерно прошли там. Ай! Тихо. Такой прыгнул, короче, поставил, нормально. Командная работа. Такой по-предательски такой. Затроллил. Капец. Такой. Отлично. Окей, take us to Eric. Is the platypus coming too? I'm Wong. Wolf and yes, I'm coming too. You need to be tough. Окей, okay, еще один уровень. Продамбашился сам. Да, к вам летит, вы там держитесь. Тайм. Я не думаю, что игра очень долгая. Я думаю, на часов 6 или 7. Но по сравнению с другими играми, это мало. Настоящие друзья всегда поделятся неприятностями. Эрик, где ты был? The Power Ice Caps. Я думаю, что это то, где болевок хорош. Мы до сих пор получаем фанк. Он атакует и прыгает. Окей, okay. I don't think he can bear much more of this. Hey, I heard you. Ладно, какой-то мальчик стоит. Давай. О, ребята там тусуются какие-то. Они не прыгают, он не прыгает. Ну ладно. Думаю, что может Соника можно прыгнуть куда-нибудь. О, давай, Соник. Нет, не хочет. Слишком высоко. Ну да.
в принципе. Ну-ка, давай, чувак. Давай сюда. А? Видали, да? Оп! Тихо. Давай сюда. Отлично. Ой, что-то бомбануло. Smart bombs will give the monsters a nice surprise. Я случайно не ту кнопку нажал и бомбануло. На щит встань. Да, блин, зенит. Хорош. Я не настолько туп, чтобы не догадаться поставить щит. Я, конечно, понимаю, ты оцениваешь мои навыки прохождения игр по достоинству, но не настолько. А вот тут начинаются проблемы, наверное. А, нет. Или да. Что-то он в стену упирается так громко. Прям страшно становится. Ну-ка, давай, на пуканово тяги, давай. Не, не хочет. А тут же, небольшое расстояние-то. Что-то он не хочет на пуканово тяги лететь. Во. Может, когда захочет ведь? Может, когда захочет. Давайте попробуем это спидранить. Он же ведь прыгает, да? А, даже прыгать не пришлось. А, нет, сюда не пройти, что ли? Я думал, сейчас замашним прыжком. А он сюда пройти не может. Хм, интересно. Получается, надо идти наверх. Вначале можно подсказать. Да зачем тут бака подсказывать? Подсказывать-то пока не особо-то ничего. Я вижу, что можно забраться наверх, но сейчас потребуется ловкость рук. Невероятная. Да вы гоните, что ли? И вот тут у нас начинаются проблемы, друзья. Вот тут начинаются проблемки. Проблемки. Problems. На двоих-то игроков это проще, конечно. Я думаю, в этом плане. Подсказывать? Я не знаю, я усложняю себе жизнь. Я не ищу легких путей, ребята. Я не ищу легких путей. Легкие пути не нужны. А, чё я как дебил-то? Слушайте. Ну, я дебил, наверное. Бля, я дебил. А, да хорош. Хорош, блин. Окей. А как так-то? Так нечестно было.
Да ладно, так зато интереснее. Согласитесь, что так интереснее проходить. А ну вот вообще неинтересно было бы по-простому. Надо именно по таймингам тренировать тайминги, друзья. Нужно обязательно тренировать тайминги. Вы же знаете, потом игра не будет давать шансов. Поэтому надо тренироваться с самого начала, надо тренироваться к таким сложным моментам. Я думаю, они впереди будут. И зимой, и летом не бывало их ждать чудес. О, бутылочка радиоактивная. Что бы это значило? О, пацаны! Слушай, иди сюда. Поехали. Here's that time machine we have been looking for. Это та самая машина времени, которую мы искали. Как мы заставим ее работать? Этот аппарат нуждается в транзисторах, резисторах, ядерном топливе и картридже с металлическим дохикей. Дохикей. Про такую машину. Да, ну, нормально, тактика просто. У меня своя тактика, особенная тактика. Окей, мистер Финги, слушай меня внимательно. Мы хотим отправиться назад в нашу деревню. Звучит так, как мы были в темные времена. Что-то там. Инициализация последовательности 212 в темные века. 700-й год нашей эры. Бзд, максимум capacity, free exit, matter, retargeted, бзд. Новый пароль? Нет, еще. Я не могу поверить, что я потерял этот маленький грязный бас. Сейчас мы хотим поймать этих идиотов через время. Я отправляюсь, собираюсь заставить платить их за это. Ничего. Пасворд. Пасворд, да. Это типа пасворд и пароль. Называется вместе пасволь. Кычерно. К4Р. На правом мониторе РРР. Где, каком? А, я не видел. Как мы здесь оказались? И где этот верблюд? Я не знаю. Выглядит так, как будто нас отправили куда-то еще. Эта машина не очень полезна. Я видел слева. Смотрел. Там новости показывали. Вау! Сейчас посмотрим, что там. Я не знаю, вниз не видно ничего. Я волшебница Карин. Здесь есть какой-нибудь путь, при помощи которого я могу заплатить за спасение своей жизни? Да, мы ищем машину. Мы ищем эту машину. Можешь ли ты помочь нам? Я могу телепортировать тебя туда, но я нуждаюсь в яйце дракона, магическом посохе и свитке заклинания. Хорошо, найди эти вещи и принеси их мне обратно. Окей.
Я не знаю, стоит ли прыгать вниз, давайте попробуем. На пуканово тяге, может, долетим. Вау! Пасос. Атос, Пасос, Арамис. А что теперь делать? Как теперь жить? Можно резетнуть уровень? Give up, yes. О, концовочка. Слушайте, прикольные картинки, а? Классно нарисовано, мне нравится. Я одобряю. Слушайте, надо как-то с этого чувака долететь. Я не знаю, как за него долететь. Надо подумать. Может... Может, не стоит туда лететь? Может, стоит направо? Пай, зачем я? Рано. Пасос. Да блин, что-то я... Все. Все. Все, друзья, дропаем. Дропаем игру. Хард пошел. Хардкор. Хардкор завезли. Серьезно, what the fuck? А, сюда можно сходить еще. Что-то я тупанул. Ну все, изи. Изи. Не, игруха огонь, игруха огонь. Вот прямо сейчас я вижу, что игруха огонь. Прям 10 из 10 уже. Однозначно. Из какое-то мясо. Окей. О, дракончик. Дракончик. Я перный такой, а? Значит, дракончик-то хардовый какой-то. А блин, надо было, наверное, чувака сюда позвать. Сейчас он прыгнет. Он может... он не прыгает. Блин, а как его тогда сюда завести? Или его нельзя сюда заводить? Ну, может, и не надо, конечно. Так, надо определиться, куда сходить. Давайте пока не будем идти за драконом. Мне что-то он не очень нравится.
это, конечно, хорошо, но пока я назад схожу, сюда. Вау! Фаерболы. Да блин, я только нажал и отпустил. У нас есть красный ключ? У нас есть красный ключ. Как бы не особо оно и надо, но... О, свиток есть. Не тот. А как он? О! Гений просто. Мастер машины. Нет, не мастер машины. Да, мастер машины. Мастер машины перед вами. Перед вами мастер машины, так. Ох, тут тоже какая-то замес, тоже какой-то не очень хороший. Слушайте, надо будет обязательно первую часть пройти потом. Я думаю, что мы все равно ее пройдем, но... Не знаю. Не знаю, насколько отличается первая часть от второй. Так, золотое яйцо с нами. О, и дракончик Изи здесь как раз разваливается. А тут не было внизу шипов никаких? Вроде не было. Не, первую часть мы не прошли. Я не знаю, сразу зарекостили вторую. Я вот тоже думал вначале, что типа, ну, ребят, ну давайте все-таки сначала, ну, первую там пройдем. Но... Видишь, особые зрители на этом канале, они выбирают Breath of Fire вторая часть, не проходя первую, выбирают и Викингов вторых, не проходя первую, ну, то есть, спешат все. Раньше времени. Здесь, по-моему, ничего нет. А, здесь есть леденец. Серьезно? Такие, оп, Breath of Fire второй, окей. Викинги вторые, окей. Stingernet, thank you for the follow. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Вторую часть на другой игры. Сау, GG? Почти GG. Слушайте, а как нам теперь обратно их довести? А, ну все просто. If he's not already at the time machine, could you teleport him there? I don't try. You see, I have never actually cast a teleport spell before. What?
Сейчас нас опять кинет куда-то. Бомб. Друзья, давайте... Слушайте, я могу игру вырубить сейчас? Я хочу ради интереса потроллить игру. Я все равно продолжу с этого места, мне интересно. Мне просто интересно. Сейчас отгадаем пародию или нет. Просто ради интереса. Я даже если отгадаю, я не буду им пользоваться, мне просто интересно. Давайте потроним игру. Кью. А, тут некоторых букв нет. Окей. Я пытаюсь вспомнить слова, которые я знаю. На инглише. Из 4 букв. Думаешь, можно его вести? Сейчас просто прикол, если знаешь пароль на последний уровень, и ты все, и будет машина. Нуп. А то буквы Т нет. А здесь нету разницы между ноликами или... О, здесь убрано. Я, конечно, могу это вести, но я думаю... А, здесь нету Ю. Здесь нельзя такое вводить. Защита. Дёрт. Пароль. Давайте еще одну попробуем что-нибудь. А, Вуд, давайте попробуем Вуд. А, ну ладно, все, окей. Все, не будем взламывать игру. На пику сел. Ну да. Такой затроллил. На русском прикольные пароли? На русском? А, на русском. А, ты имеешь в виду на опеке? Слушайте, а как теперь вот за этого чувака пройти? Ладно, я думаю, может, пока не надо. Давайте попробуем дальше пролететь. А, fucking shit. Fucking shit. Эй, help! Это же Йоши. Why? Hello. Привет, почему? Привет здесь. Видел ли ты здесь Mean Ugly Viking?
с большой. Ты видел ли ты здесь уродливого викинга с металлической рукой? А нет, но если я могу выбрать. Если ты поможешь мне выбраться отсюда, я обещаю, что я помогу тебе охотиться за ним. Я Скурч Драгон, я всегда держу свое слово. Окей, если ты можешь позвонить, звать меня Алав, The Fantastic, каждый сможет. Что это? Из Дремастера дракончик? Ну, похож немного. Есть пароль пива. Корми его конфетами. Так, какие у него тут эти обинки-то есть? Просто огнем, что ли, стреляет? Ну окей, конечно. А, надо почитать был надпись. Окей. Надо было почитать надпись. А, он летает? Или нет? Немного, да. Press U and watch a scourge of this hot fury. Так он летает или нет? А, он немного летает. Ну, как в этом. Понятно. Как в той самой игре. Я разбился? Ай, хорош прыгать уже, пошли давай. Press B to make scrunch flap. Окей. Телепорт. В той самой игре, которая тебе невероятно понравилась вчера. Так она сегодня мне понравилась. Хорошая игра. Прошел, да, прошел сегодня. Да нормальная игра. Огонь. Слушайте, как того чувака спасать, я пока даже не понимаю даже. А, окей. Может, все-таки им прыгнуть куда-нибудь вверх. Может, тут есть какой-то проход. Чуть похоже на то. О, свиток. Во, отлично. Заводчено все. Рафа без меня. А, не было Рафа у нас. Дорога дропа выпала. Я не знаю, где ты был. Я же сказал, что мы пораньше начнем сегодня. В 10. Окей, let's go. А, наверное, что-то не хватает, да? А, ну, а зачем я сюда пошел? Всю толпу еще сюда позвал. Она здесь не нужна.
Оно здесь оказалось ненужной. Наверное, надо сюда их звать. Ну, мне кажется, что на SNES она интереснее выглядит, звучит и играется, чем на DOS'е. На чем-то в 12. Так, тебя же не было. Как ты? Откуда ты знаешь, что я начал в 12? Ну, в принципе, мог. Ладно, попробуем прорваться дальше. Есть еще какой-то портал, куда он ведет. Сюда. Огонь! 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 Да, наверное, не стоит так прыгать сильно. Нам дали бомбочку. Бомбочку. Надо этого чувака как-то наверх закинуть. Пока не очень ясно как. Да, блин, бесит немного. Раздражает вот этот фактор. Может, его не надо сюда звать? Может, надо бомбануть? А чем он сдох-то? Твою ж дивизию. Все потрачено, да? Потрачено. Всем потрачено. Потрачено. Да, дракон не плавает. Обидно. Ух ты, как по-спидранерски, а? Так прям пролетел. Четко. А, тут дверь залочена, получается, изначально. Окей. Понял тогда. Тогда я все понял. Почему нельзя было раньше туда пойти. Пропускаем. Я не хотел драконом тут под воду уходить, а так получилось. Я просто вроде жал кнопку-то, а она что-то не сработала. Вот такая вот история. Thank you.
Наверное, дверь открылась. Я вот здесь не понял механики пока. Сюда я дошел, а что дальше, я пока не понял делать. Какая-то херня там с бомбами, что-то там такое. А как бы что, зачем, почему? Пока не очень ясно. Возможно, надо бомбануть. Есть вероятность такая. А зря драконом сюда пошел. Ну, в принципе, я, конечно, могу предположить, что надо сделать. Главное, чтобы дракон не утонул. Его, может, водой смывает? Нет, показалось. Бомба ломания стен. Но я не знаком с механикой первой части, так что... Так что... Бум! Отлично. Замашнили. Все хорошо. А, второго, все, я понял. Изейший уровень. Изейший. Hey, here are the items. Can you take us to Balrog? I think I sent him to the... Я думаю, что я отправил его в... Калифы ужаса, бешенства, безрассудства. Тогда, честная леди, мы должны отправиться туда же. Жаль, единственная проблема игры, она не пишет, какой уровень сейчас у тебя. Да. Ну давай грузись. А слушайте, то может тоже можно обузить так? Не думаю.
Дракон, который забирается по лестнице. Интересно. Никогда раньше такого не видел. Изи. Пизи. Так. Вот теперь меня интересует вопрос про этот кубик. Скорее всего, он, кстати... А, слушайте, может, его можно столкнуть? Давайте проверим. Мне кажется, что... По идее, должна быть. Во! Сразу так надо было сделать. Все просто. Все изичное просто. Так, теперь надо это как-то сломать. Окей, у нас открылась дверь. Мяско. Давай, ну что такое-то, заводчина, что ли? Собаки. Ну ладно, не особо и хотелось, конечно. А может сюда чувака с этим? Спецназ? Ну-ка. Ой, там визор сраный, кстати говоря. Там сраный визард. Просто боюсь, что если я сейчас спущусь, то... Определенно что-то произойдет где-то, но... Но не здесь. Так, там сраный визард. Его надо как-то будет сейчас обойти. Дропаем отсюда. Дракон, вызываю тебя. Покажу этому уроду. Мадре. Все. Сраный дракон получил. Вот дракон. Этот визард. Сраный дракон. А у нас есть? А как сейчас-то надо будет пройти? Даже щита нет никакого. Окей, но... What the fuck? Все, я тупой. Бывает.
Эй, подожди, я мясо выкинул? Стример не тупой. Окей. Подожди, я немного в управлении растерялся сейчас. Так, все, первый completed. Отлично. Все, окей, let's go. Я нуждаюсь в магическом посохе. Подожди. Так, все уже. Hey, what did you do with... Что ты сделал с Олафом? Мы нуждаемся... Мы хотим найти его. Зеленый червяк покинет нас в одиночестве. Я неожиданно отправила его куда-то за радугой. Он где-то там. Это нечестно. БНКС. Не знаю, что это за слово зашифрованное. На английском вниз прыгать смысла нет. Внизу ничего нет. Он вообще не прыгал. Он ни в какую сторону. Мне кажется, мне просто кажется, что той поверхности в принципе нельзя отпрыгивать. Потому что это типа не та поверхность. И вообще никак. Да по-любому туда надо. Тут больше некуда идти. Нет, 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 не сливайся. Спасибо. Здесь больше некуда идти. Вниз я вряд ли могу спуститься вообще. Хоть каким-то из этих персонажей вниз я не спущусь. Мадре, мэн. Fucking shit. О, нас щит выбили. Щит. Короче, не знаю, как это сработало. Я просто жал кнопку 100 раз. Вот и вся машина. Секретик сверху и чё? И чё? И чё мне этого секретика? Легче станет? Я не знаю, он, короче, он как-то допрыгнул сюда в итоге. Каким-то образом чудесным. А вот теперь задача impossible, друзья. Или нет? А... Почему impossible? Все possible. Что-то я туплю. Визор, да, там, сраный визор. А нас атаковать нечем, этого визарда. Я сейчас не знаю, что делать. Как его пробегать? Ну да, сейчас обосремся, наверное.
с этим Визардом. Абсолютно не понимаю, что сделать сейчас. Абсолютно. Может, вот это прессинг, прессинг, жесткий прессинг. Ну, я не знаю, что сделать. О, давайте забу... А, мне не забузить. Или забузить, ну-ка. Давайте попробуем забузить. Иди сюда, щенок. Он же здесь появлялся ведь, да? Далеко. На, собака. Давай сюда подойди. На, тварь. Изи-пизи. О, загадки завезли. А, окей. Проблемы, друзья, у нас проблемы. У нас проблемы. И чё? Как дальше поступить? Вниз, наверное, падать не стоит. Там вода. Может, наоборот попробовать? Ну-ка, давай сюда. Совсем не совсем то, конечно, но так. Тварь. О, это же черепашки ниндзя. Прям музыка играет в голове с этого уровня. Я имею в виду. Так, что тут визардов нет никаких пока.
На тоненького. Отлично. Еды нет. Дракончик и оперный театр. Давайте по старой доброй тактике. По старой доброй тактике. Которая пока еще ни разу не подвела. Эту тактику я подсмотрел в игре Counter-Strike 1.6, когда там завезли щиты. Там можно было тоже мошнить так. Блин, я не то нажал, я мясо съел. Интересно, зачем это? А, сюда. Окей. Что теперь? Я просрал? Не, серьезно. А как я должен был тогда... Не, я... А сюда никак не попасть было так-то? Подождите, не, не может быть. Я не мог просрать. Что-то заюзал. Я не мог просрать, Та мадре, может назад сходить? Ну-ка. У нас же портал есть. Не, одного-то я верну. А вот второго. Этого, допустим, я верну сейчас. Слишком просто. В смысле? Это единственный выход, который я вижу здесь. Окей. А как можно было иначе-то сделать?
Я что-то не понимаю. А в смысле? Я не вижу другого пути здесь. Well, wee, that's what's tough. Do you have a spell to make it lollipops? Did you say licked? Что-то там, понятно. А наверху спланировать? Куда? Фиг знает, я чё... Визард, блин. Все полимеры просрали. Огонь и лед. О, смотри, я в прыжке смог это сделать, правда, не знаю зачем. Блин, ну сраный визард, конечно, меня затроллил, я не знаю. Сраный визард, блин, ёбрый такой. Как его замашнить-то, я даже не представляю. Надо было, наверное, оставаться так и ждать, пока он, наверное, все-таки рано или поздно бы. Наверное, он упал бы ко мне. Ну, в смысле, попал бы на нужную сторону, я бы его добил бы. А так, конечно, не дрить. Давайте по красоте встанем сюда, дружно все. И будем ждать его, пока он придет. Ну вот, он должен туда попасть. Рано или поздно он появится там. Правда, придется подождать некоторое время. Ну вот и все. Все проблемы решены.
Продвигаемся дальше. Капец, что-то большой уровень. Вертикальный, в смысле. Окей. А он туда не стреляет? О, попали. Так, нам нужен вот этот чувак. По-любому. Абсолютно. Но, Кослевания. Оп. Не, прикольно. Тут куча много интересных вообще этих механик, всякого поведения интересного. Игра топ. Игра топ. Давайте попробуем еще теперь вот этим чуваком куда-нибудь добраться. У него, конечно, тяги не очень много, но... Давай сюда. Хм. Anita Magic Wand, Dragon Sack, Aspen Scroll. А, ну все, понимаю, да? Надо теперь нам как-то пробраться сюда, прорваться. Как? Дракон, пожалуйста, не косячь. Дракон, твою дивизию. Как туда-то попасть? Надо как-то вот эту хрень снять. Может, я зря бомбу взял? Нет, бомбу я не зря взял. А, подожди. Как туда? Я не могу просто туда попасть, наверное. Я не уверен. Нет, не так. А, почти все, я понял. Изи. Изи. Изи-пизи. Но я могу сказать, что пока все загадки довольно простые здесь. Все довольно просто. Возможно, дальше будет сложнее, намного сложнее, но пока все играется довольно хорошо, легко и приятно. That took you guys long enough. It seems like I have been waiting here forever. Considering now how long your spells work, you are lucky we came at home. Понятно. Что, давайте, я думаю, сейчас засейвим пароль. Thank you.
Да, точно, сейчас попробуем, давай. Давай, сейчас попробуем. Точно, я же хотел. Потом что-то за это... По привычке попробовал старой тактикой своей, проверенной. Хреново работающей, но проверенной. Возможно, ты прав. Возможно, оно работает. Да, видишь, я проверяю. Я доверяю только своей проверенной тактике. Которая, если один раз получилось, значит, должно работать всегда. Я уже думал, сейчас дамаг получит. Потому что прыгал прямо на этот. На фаербол. Ну, давай попробуем инсетмен твою тактику. Предварительно надо бы, конечно, взять дискету, но это не точно. Давай проверим. По-моему, нихт. Может, надо еще постучать побольше? Давай поближе подойдем. Что-то, по-моему, вообще не работает. Печально, да? Печально. Как ось разбегу бить, как стену. То есть за вот этого чувака. Ну, давай тогда так попробуем. Я, в принципе-то, не против проверить. По-моему, у них абсолютно. Абсолютно. Это же жесть. Три дамага прям получил. Это такая жесть, ребята. Это такая жесть. Мост обратно кем? Каким образом? Если ты выбиваешь кнопку, то кнопка уже обратно не чинится. То есть есть разные здесь эти... Как их сказать правильно? Активаторы, кнопки. Есть кнопки, которые ты один раз можешь использовать. Например, ты что-то сломал, и все, и больше ее нажать уже не можешь. А есть кнопки многоразовые, которые что-то включают, выключают. И вот эта кнопка сверху, которая была, она одноразовая. То есть ты только в одном направлении можешь ее использовать. Поэтому мост обратно не ставится. Это странный уровень, на самом деле. Это очень странный уровень. Даже, наверное, без буквы «Т» странный. Так. По-любому что-то... Ну, не может быть такой тактики, я не думаю. Give up. Спасибо, рано пока. Give up еще. Never gonna give you up. Пара-па-пара-пам. Never gonna give you up. Спасибо. Тролль сраный. Это нормальный уровень? Да ну, он дикий. Да он дикий, этот сраный уровень. Серьезно, ты посмотри. Как этот уровень может быть нормальным, если он дикий? Жизни даже не хватает на него.
На данный момент это самый дикий уровень. На данный момент. Кому бы дать? А пока не будем использовать, наверное. Ну что, попадем в тайминг или нет? Да мадре. Почему ТБР не проходит вот эту игру в рамках Best 25? А Вавс тут может понять. Да, может, Innocent Man, но... Я не думаю, что он способен перелететь столь большое расстояние. Я не думаю. Вот это расстояние еще можно пролететь, а там слишком большое для него. Сейчас будем опять рандомить это место. Еще без понятия, как его пройти по-нормальному. Дичь была впереди, но Нёрд, надеемся, что ее там нет. Пута мадре. Окей. Без всяких пута мадре пока, вроде. Окей. Пута мадре, серьезно, как я мог задеть эту срань? Ладно. Идем. Сейчас визард будет поганый, да? Я помню, где-то был визард. Пока его нет, и это хорошо. И это хорошо. Это называется квест, это называется стратегия. Хуже, чем Nobunaga's Ambitions, блин. Там такого дерьма не было. Ты спроси у него, скажи. Фикавок всяких понадобавлял, а викингов чего-то нет. Или лицо вот так, подожди. Подожди, Макус, ты... Я что-то туплю, я don't understand. У кого спросить? Да вроде он довольно далеко пропёрдывает. Можно будет разок попробовать перелететь эту пропасть. Все равно этот уровень еще долго проходить. Ну, можно будет попробовать, но я пробовал уже один раз, мне не понравилось. И да, да, давайте пойдем дальше. Что тут у нас? Какое еще дерьмецо в игре нас ждет? У мексиканца? А, у мексиканца. Ну да, надо спросить у него. Там у него вообще одни РПГ сидит, там всякие Secret of Mana проходит. Там та мадре. Заняться ему там нечем. Всякую дичь проходит. Не, чтобы топовые игры проходить. Вот как вот, вот это теперь пройти место? Во! Джедайский меч спасает. Ситуэйшн. Один раз. Да-да-да. Я еще тоже хотел пошутить на эту тему. Типа, ну вы же понимаете, о чем я, да? Но мы и так все поняли. Список из рейтинга с какого-то сайта. Почему все время упоминается мексиканец? Ну, такая доля на него выпала. Тяжелая мексиканская. Все время его вспоминаем. Так исторически сложилось. Слушайте, а что делает вот эта кнопка? А, это эту штуку открывает.
Что-то я сейчас тупанул. А мог ТМР спросить у меня, какие игры у нас не самые крутые, я бы ему выбрал бы топчик. Мог бы поинтересоваться. Я бы ему говна не посоветовал бы. Только топ. А, кстати, возможно, я неправильно переделал. Возможно, я неправильно переделал Innocent Man. Да, наверное, я неправильно делал. Я думаю, что можно пролететь. Потому что, ну, реально, это вот эта тактика, которую я использовал, это дичь. Sunset Riders? Не, Sunset Riders слишком хорошая игра. Я бы не стал бы ее советовать. Вот мне сейчас кажется, что реально это возможно пролететь было. Блин, что я нажал? Не то что-то нажал. Да не то, как гивап. Динамит. Окей, окей, let's go! Ну чё, всё это? Здесь ещё уровень, что ли, такой? Подожди. Изи-пизи. Finally, but what about Funk and Scorch? What a shame. Looks like we will have to live without them. Hey, fellas, I remember now it was Glato, Virato, Nikto. Look, machine, we want to get back to plundering. Just send us to a ship, any ship. Ship... 1789 год. Бззз. Максимум capacity. Мексиканец в РПГ хуже Нёрда играет? Нет, он быстрее прошел, кстати, Secret of Mana на 10 часов, наверное. Может, чуть меньше. I'm gonna capture each and every one of those pests and lock them up for good. Друзья, прошли еще один уровень, прекрасно. Я не пойму, почему в Америке и в Европе так ценят F-Zero. Посредственные гонки. Что? Кибернетизировано? В смысле, что кибернетизировано? Где? Где? Чё где? Чё? Мне почему-то казалось, что можно вот это продамажить. Но похоже нет. Похоже, здесь только бомбой, значит. Блин, ну обидно из-за этой такой срани. Прям... Опять всё заново начинать. Просто перепутал персонажа, нажал, и уже поздно было. Когда я уже переключил, он уже в другом направлении шел. Пукан... А! Кибернетизировано. Это так называется? Ну да, пукан у него прокачан. Тупо без урона не пройти.
Я там никого не убил случайно коробкой? Да мадре. Под зад получил. Окей. Там дальше какие-то огоньки еще стрёмные. Ну погнали опять в это место. Да мне тоже не нравится, что тут урон, это часть геймплея. Но это такое. Да твою мать, развернись. Давайте попробуем вот так сделать. А, нет, не получится все равно, да, так сделать. Потому что он не прыгает абсолютно. Абсолютно непонятно. Абсолютно. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Как вот туда зацепить-то? Чё-то я туплю. Ничего удивительного, конечно. Пока без вариантов. Пока без вариантов. Эту кадрейку можно убить или нет? Давайте пока не будем рисковать. Что-то не думаю, что туда пока надо идти. Надо успеть прыгнуть одним, пока другой снова поднимается. Но это хорошая мысль, я тоже думал об этом. Но есть одно но. А, пута мадре. Все, подожди, я понял. Проблема-то в чем была? Я думал, что нельзя вот за это пролетать, а оказывается можно, это просто текстурка. Это просто сраная текстурка. Окей, но пока все равно не очень ясно. А, ну, подожди. Подожди. Все, сейчас изи пройдем. Я подумал, что нельзя туда попасть. Я вроде прыгал, у меня ничего не получалось. Просто неправильно прыгал. Что не так-то сейчас было? Недолет.
Он пока все равно не очень понимает, зачем он здесь нужен. Раскачаем этот мир. Нет, он, скорее всего, не долетит сюда, и тогда... Или долетит. Сейчас косливание. Хитрить. О, алмаз. Нян, you can't get up here. Чё там? Кто там? Кто там? А чё, Певчанск? Я думаю, что ты слишком тупой, чтобы быть внизу лестницы, нажимая кнопку А, пока стоишь на веревке. I bet you are too dumb to lower the ladder by pressing A while standing on the coiled rope. Чего? О чём это? Я чё-то не понял. I bet you are too dumb to lower the ladder by pressing A while standing on the coiled rope. Друзья, кто знает английский лучше, чем я? Dumb. А, тупой. I become so dumb to lower the ladder. А чё он пишет-то? Coiled. Свёрнутый. Свернутая веревка. Че ему надо от меня? Сперва подняться. Мне просто не видно, что там происходит. Просто не видно. Окей, можно попробовать ту же самую машину уже с этим парнем провести. Блядь, игра сраная, господи. Ну это же такая дичь. Я только отошел, буквально пытался на секунду отойти в сторону, и получилось сразу же. Я чем прыгающий, и, ну есть такое. А, fucking shit. А, я скорее всего не долечу сюда. А у меня эта тележка здесь не работает. Видишь, в чем проблема-то? Я бы спустился бы сюда, но здесь тележка нужна. Понимаешь? Смекаешь? Вообще никак сюда пока не попасть. Тут, возможно, надо что-то другое. А! Подожди, и чё? А, окей, все, изи пизи. Да, все. А почему лифт не работает? Ладно, мы что-то сломали. А, теперь лифт завелся. Прекрасно. Довол. Че, Певчанский никак не взять? Нет, никак Певчанский не берется. Сейчас бы просрать бы.
А, можно замашнить. Или нельзя? Подожди. Сейчас мастер тактики. Ёпта, так, все нормально. А, можно вверх было забежать. Мастер тактики. Опять какая-то странная механика здесь. Одна странная механика после другой странной механики. What the fuck, man. Пока не понял, как туда попасть. Тут у нас все еще борьба идет с огнем. Давай сходим, посмотрим, как сюда попасть можно. Здесь точно ничего нет, никакой этой. Нет, ничего. Это чем? На щит залезть, наверное, нет. Но в теории? В теории, да. В теории, да. Привет, Серега. Только надо как-то чувака с щитом еще сюда загнать. Я думаю, что это можно попробовать. А то он там стоит, что-то грустит в гордом одиночестве. А вообще, надо бы как-то вот эту хрень бы скинуть вниз. Это тоже чувакам. Надо чувака этого позвать наверх. Но не факт, что это получится сейчас сделать. Я думаю, что будет посос просто-напросто. Давайте ему дадим певчанского лишнего. Чтобы посос не случился, нажмем нет. Так. Просто смотрите, видите, что в чем проблема-то. А если второго. Так, я кажется понял. Я тупой, но я кажется понял. Что от меня требуется в этой удивительной игре. А? Машинатор 5200. Дропмании выбора игры не было, Серега. У нас дорога дропа там в дропмании. Машинатор 5200. Я же говорю, что я ж машинатор. Замашнили. Замашнили. Вот и все. Проблем-то. Игра же детская для детей. А выпала Бэтмен на сешке, на моей любимой консоли, выпал Бэтмен. Так. Давай вниз. Переключение Бэтмена и Робина, по-моему. Меня, кстати, почему-то раскачка бесила. Знаете, где в этом Battletoads и Double Dragon? Там на третьем уровне, вроде как, прыжки есть.
между пропастью надо раскачаться на веревке и прыгнуть. Вот это меня вообще всегда бесило. Дико бесило. Я всегда там сливался на тех прыжках. Так, окей, давайте попробуем подняться дальше наверх, я думаю. Игра для детей, 10 минут стоял, сдерживал огонь щитом. Я думал, что оно как бы не нужно. Вот почему я это делал. Так, этот же нос не поднимается по лестнице, да? Но он взлетит на пукановой тяге, поэтому... Погнали. Вот. Вот сейчас будет изи-страта. Изейшая. Наверное. Как бы, можно, конечно, забить на это, спуститься вниз, но не думаю, что это лучшая идея. А если знаете, что попробовать? Сейчас подумаем, смотрите. Ну-ка, зайдет ли машина такая? На тоненького. Один раз в детстве, когда мне был модем 56К, я полчаса скачивал ROM Бэтмена для Сеги. Думал, что это будет что-то типа Бэтмен для Дэнди, только с какой-то графоном, а там, казалось, был гибитомап. Да, в смысле, как ты мог полчаса скачивать 56 килобайт? Да ты бы за секунду его скачал бы, наверное. Ну нет, пута мадре, вот серьезно. Фак. Победа, счастье было... Счастье было так близко. Счастье было так близко, друзья. Просрано. Ну ладно. Блин, а чё, нельзя слишком как-то... Вроде же нормально было, до этого все работало. Да, блин, а чё он падает вниз-то? Какой-то он кривой. А когда один стоит на веревке, щитовик может его вверх поднять, снизу передержом. Нет, а... Кстати говоря, не пробовал. Нет, он падает вниз. Спасибо, Innocent Man. Теперь я вынужден снова забираться наверх. Ну, это было... Да, а чё он? Всё. Будем аккуратнее проходить. Друзья, это самый удивительный геймплей в истории видеоигр. Я не, вот, еще ни в одной игре не видел такого захватывающего геймплея. Сейчас главное в огонь не прыгнуть. То есть, знаете, я же могу. И чего я с этого добился?
Я, наверное, не так сделал, да? Подожди. Во, вот, вот так вот. Машнатор, это не так проходится, да, в смысле? В смысле это не так не проходится? Ты гонишь? Блин, птица не убивается. А нет, изичная, изейшая птица. В смысле это так не проходится? Вы о чем? Ой, блин, чуть-чуть в огонь не прыгнул прямо с разбега. А как это проходится тогда? Блин. Если придется над огнем, выше полетит или взорвется. Хороший вопрос. Проверять я его, конечно же, не буду. В следующий раз как-нибудь. Ну, в принципе, конец уровня близок. Только я не совсем понимаю, каким именно персонажем сюда лететь. Скорее всего, тот, кто прыгает. Но тут сейчас придется жестко. А, нет, сюда заходит только Мёнг, только со щитом, а Лав, но... В принципе, окей, я понял, наверное, что надо сделать. Будем мошнить турбо-туннель, считай. Направо-налево, налево-направо, да? Направо сначала. Ну, думаю, здесь ничего сложного особого не будет сейчас. Алав, ты готов к смерти? Давай мы тебе щит дадим один. Где ты там? Пута мадре! Окей. Не зря я ему дал щит. А как ты его занесло, я не понял как. Ну что, уровень пройден, я так понимаю. Друзья, вроде все собрали. Изейший уровень. Okay, we have given you everything. 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 Правильно, надо. Давайте будем учить правильное произношение. Everything. Ну-ка. Everything. 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 Тактика. Вправо-влево, вправо-влево. Реальность упала на огонь вниз три этажа. Да. Everything. All right, then I will send you now. Something goes wrong. Find one of my sisters and she will help you. Groovy. Groovy. R3TO. Здесь уровень, друзья. Everything.
I have lost all faith in teleporting. We could swim from ship to ship. But, love, you can't swim. Что-то я не understand. Окей, понятно. Фу, бомбануло. Everything. Ящики разбиваются, но не все. Вот эти, да, наверное, смотри. Оп. А другие нет. Не только лишь все. Что здесь не разогнаться. Здесь, наверное, тоже. Да. Пута мадре. Бред какой-то. Что-то я продамажился сильно очень. Какой-то дабл дэмэдж. Сундук. Ну чё, пивасик, наверное. Сразу же. Доплыл. Надо со звуком всегда плыть, тогда быстрее. Надо помогать персонажам. Что за какое-то Марио пошло? Марио. Окей. Лифт не работает. Что-то капец какой-то здоровый уровень опять. Что-то мне не нравятся такие здоровые уровни. Прям громадный какой-то. Ох, сектор ключ. Тут можно попробовать. Окей. Пута мадре, не берется. Так, ключ надо брать отсюда, получается. Но он не берет. Это слишком мелкий, чтобы взять ключ. Тут нужен щит. Ну ладно, плывем вниз тогда. Еще певчанский. Певчанский, это хорошо. Что у нас здесь? Книжка. Сейчас сразу быстренько разведчиком сразу облетим всю местность, посмотрим, что к чему. Да блин, что-то не захотел ускориться. Во, лифт. Lift me up, lift me up. Lift me up, lift me. Капец, я всю карту пробежал, пока за этого мелкого парня. Пока ничего не понятно. Ну что, начнем выдвигать спецназ.
Я что-то вот за этого я вообще не понимаю, как куда пойти. А, он вверх может, да? Но тут пушка троллит. Тут пушка тролль. Окей. Дверь открылась. Так, ну за этого персонажа мы дошли. Теперь осталось еще вот этого чувака догнать сюда. Отлично. Ну что, посмотрим, что у нас здесь. А он может вот сюда так прям на лестницу прыгнуть? По красоте. О, красавчик. Всегда хотел, всегда мечтал о такой игре. Потому что мне кажется, надо мелкого чувака сюда позвать. Потому что, наверное, он может туда залететь как-нибудь. И разбить вот это, чтобы попасть на лифт. Сейчас попробуем вернуться назад. Так, а как я? Через верх, что ли, шел? По серым кирпичам? Да нет, игруха нормальная. Очень веселая, очень интересная. Интересные конкурсы. Или сюда не залететь? Да блин, а чё, как сюда попасть тогда? Этим я ускориться не могу. Абсолютно. Абсолютно. Что, есть какие-нибудь мысли, уважаемые телезрители? Возможно, есть какая-то бомба на уровне. Но надо взломать эту стену. Если она тебя не троллит, она плохая. Не, нормальная игра, ты что? Так, зачем я сюда встал? Интересно, самому интересно, зачем? Everything плохо. Наверное, можно попробовать через верх. Изи-пизи. Изи-пизи. Так, теперь надо вот этого чувака наверх закинуть. Изи-пизи. Так, теперь. У-у-у, неужели надо будет перепрыгнуть сейчас это место? Вы издеваетесь. Похоже на то, конечно. Но сейчас можно очень все просрать очень быстро. Все ради чего мы жили все эти годы. Fucking shit. И это плохо. Блин, я накосячил, я не смог туда попасть. А теперь я не знаю, это ГГ или нет. Возможно, что это ГГ. У нас есть второй шанс, наверное. Фу.
И у нас нет второго шанса. Я сюда прыгнул, я не уверен, что это было нужное. Что это было нужно, что именно сюда. Так, тут есть ключик. Ибо надо за этим, за Авафом. Где он тут? А там дверь залочена так-то. Возможно, надо было в нее ударить и как-нибудь. Да ну, выгоните, что ли? Я вообще не... Привет, Дарт Вейдер. Что-то я вообще don't understand this уровень. Сейчас попробуем разрулить. Хм. Тут, конечно, лифт есть. Но у нас проблема, у этого чувака нет вообще ничего, как он сейчас будет спускаться вниз. Так. Ну все, я дурак. Я нашел изичную тактику, друзья. Изичная тактика выжить в этом тяжелом, несправедливом мире. Теперь бы надо забраться... Блин, неужели посос? Неужели мне теперь уже не вернуться сюда? Надо было бы ключ вот этот взять. А, почему не вернуться-то? У нас же есть лифт. У нас же есть лифт? Да, все, изи. Изи-пизи. А лифт остался наверху? Вы серьезно? Ну ладно. А мне нравится, что в игре все продумано. В игре продуманы такие мелочи, что просрать, ну я не знаю. Ну можно, наверное, просрать. Но пока все продумано и... Просрать практически нереально. Если только не кривые руки стримера. Вот. А так просрать, наверное, очень сложно. Именно в плане забаговать, например. Окей. Пойдем дальше. Туалетный юмор? Да здесь нет туалетного юмора, здесь минимальное количество туалетного юмора. А, окей, нужен еще один сраный ключ, который я не знаю где пока. Возможно, где-то здесь. А, вот здесь. Нам нужен этот спортсмен. Даже минимальное количество меняет. Полностью меняет стиль. Ну тут такая игруха-то. Ну не знаю. Сейчас главное не просрать на... Сейчас попробуем по тактике. По тактике нерда. Подождать, пока он уйдет и... Сзади подкрасться, навалять ему. А он даже не такой странный. Странный парень. Странный парень. Очень странный парень. Ну, я могу сказать, что этот уровень проще предыдущего. Предыдущих... Нет, предыдущий. В принципе, не... Как это...
не предыдущий, а предпредыдущий. Там была реально жопа, а здесь, в принципе, норм уровень. Здесь, в принципе, норм. Я решили аудиторию переманить таким методом. Да я не думаю, не знаю. Может, это было мейнстрим. Делать игры с туалетным юмором. По типу там всяких. Блин, знаете, в чем проблема? Сейчас придется, наверное, лететь. Это большое расстояние очень. И я не уверен, что это прокатит. Фу! Он выжил. Very wonderful. Ну, должен долететь, конечно, но не факт. Что я могу сказать? Ну, отлично. Да, я только хотел про этого, про Бугермена тоже сказать. Бугермен это он, редкостный шедевр. Что там у нас дальше-то по этому уровню? Еще что-то непонятное. Так, ну скорее всего здесь мы должны за этого, за Алафа пройти, но что-то меня стремает, вот огонь, который здесь находится, он прямо троллит меня, он меня прямо троллит, я не знаю, что и сделать. Давайте ему Певчанского отгрузим, что ли. Он сейчас пойдет на передовую. Я так понимаю. Так оно не работает, и вот получается надо пойти сюда. Здесь огонь. И я не вижу, что внизу. У меня нет ни одного чувака, который мог бы посмотреть, что там внизу находится. И меня это очень сильно смущает, потому что, знаете, огонь это штука такая. Мадре. Пута мадре. Вот видите, сразу же получаешь два дамага. И это... Ну это редкостная игра, конечно, в этом плане. То есть, если тупо ты потратил здоровье, ты не пройдешь уровень. Странное такое решение. Неоднозначное. Все, прошли уровень. Дранк. Тролистия. Но это не точно. Возможно, здесь тоже будет жопа в конце. Еще пока ничего не понятно. Это тлен игра, а не дзен. Будний день. Супра, ну почему два дамага? Я же нормально шел. Ай, насрать. Насрать, честно, насрать. Вот честно, насрать на это все. Вообще насрать. Потому что мы сейчас все равно не прыгнем. Какая разница, сколько там дамага? 2, 3, 10, 15. Полчаса доходить до этого места и просрать прыжок. Одна из лучших думающих игр. Горящих игр.
Но не знаю, чему заставляет, о чем заставляет задуматься платформа, которая тебя скидывает. Не знаю, что она. Что она может дать тебе в жизни, эта платформа сраная. Да, да, электрик, это так. Ну все просто, да ведь? Все ведь просто. Просто я, как дурак, не мог прыгнуть под форму эту. Все ведь очень просто. Это 10 раз. Ну, 10 это довольно оптимистичное. Довольно оптимистичное число, потому что явно больше, чем 10 раз. Приходится все это повторять. Но пока вот. То, что, да, говорят, думающая игра заставляет думать, ну, не знаю. По большей части я не вижу здесь каких-то, знаете, таких именно того, о чем бы надо было бы думать. Это больше игра плана «Выбери нужного персонажа, сделай нужное действие». Это не какая-то головоломка по типу... А, в общем, не буду говорить названий. А то потом навыбирают. Сидеть, гореть потом. Просто знаю, есть несколько таких игр на часов 20, если не больше. Наверное, даже больше часов, чем 20. Огонь и лед. Не знаю, я эту не знаю, я знаю другую. Только на SNES ее нет. Отлично. Прекрасно. Вот это место зачем? Вот реально, почему? Окей, тут такой сраный прыжок прям. А, давайте щитом. Точно, у меня же есть щит. Что-то я туплю немного. Ну, знаете. Среда день тяжелый. Хотя я первый раз, кстати, допрыгнул без всяких щитов. Я прям сразу же прыгал. Не знаю, как у меня это получилось. Но первый раз я прыгал без всяких щитов. Я по-царски прыгал. Прыгай, щита, наркоман, спасибо. Thank you.
а что, я здесь не сломал, что ли, еще? Ну, такое, ладно, спускаемся назад. Я просто не думаю, что... Ну, зачем прыгать с щита, когда можно прыгнуть и без щита? По-царски. Зачем усложнять себе жизнь и прыгать с щита, когда можно... Окей. Так, убираем ключ. Ладно, прогресс. Прогресс. Прогресс это всегда хорошо. Просто не понимаю, зачем прыгать со щита, когда можно прыгнуть без. Лишние действия, Думхаммер, лишние действия. Никому не нужное лишнее действие. Вау, сюда можно прыгнуть было. Почему их отмагничивают от платформ? Это вот вопрос, который не дает мне покоя весь сегодняшний день. Так, у нас тут огонь, да? Огонь. И поэтому, наверное, надо сломать вот эту стенку. Ну, можно, конечно, и вниз свалиться. Я думаю, что это нам не поможет. Я все равно свалюсь вниз. По старой доброй традиции. Вот серьезно. Я жал вправо с самого начала. С самого начала я жал вправо. Он все равно врезался. Он все равно врезался в огонь. Привет, Рики. Новый рисуночек. Слушай, я видел где-то этого человека. Я видел где-то этого человека. Может быть, это Руснейкс, но я не уверен. Я определенно видел этого человека. О, мы что, уровень прошли? Да ладно. Дефендер. Плохо знаю, да. Я Дефендера знаю только благодаря его механике. Дефендер, окей. Я не, плохо знаю Дефендера, реально. Я пару раз был, по-моему, всего лишь. Я не видел, я не помню, какой у вас симулятор открыт был. То есть у электрика какой. Всякие другая игра. Странно. Странно. Ладно, вопрос, зачем я вообще канарейку пытаюсь убить здесь? Тоже пропустим этот момент. С пивом на Сеге. Электрик. Да, это вторая часть. У меня на гифке с пивом. Я не могу найти сейчас картинку. Я, конечно, могу полистать. А, SNES.
А, это не электрик, Думхаммер скидывал. Пруф. Да, окей, вижу. Ну, не знаю, какая-то, значит, машинаторская версия у тебя. Я нашел уже Думхаммер. Похоже, это рандом. Слушай, это реально рандом. Ну, такое. В игру запихивать рандомный сундук, либо с пивом, либо с бомбой. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, такое. Похоже, похоже, рандом. Попробуй там, может, Думхаммер. По рандом, вдруг выпадет. По всем канонам Принца Персии, а там же вроде не было рандомных зелий в Принце Персии. Там, там надо было запоминать, либо оно дамажит, либо нет. Я не помню, чтобы там были рандомные зелья. Может быть, я не доходил до таких моментов. Я как, вроде как помню, раньше до третьего уровня и не проходил ни разу. Привет, Фукетсу, если я правильно назвал. Могу ошибаться. Так же, как в этой игре. Фу, повезло, чуть не сдох. Я вообще, кстати, не вижу смысла в нижнем ящике в этом. Он реально нафиг не нужен здесь. Он реально не нужен. Стрим идет, но должен эксплит, вроде как. Блин, сейчас бы на драконе жизнь-то сливать. Когда дракон так нужен будет. Ящик ставится на щит и двигается. Ящик ставится на щит. Ящик ставится... Ну, может быть, конечно. Может быть. Не знаю, мне и такая тактика устраивает. Мне моя тактика нравится больше. Фу, я думал, сейчас... На лифт поставлю и уеду вместе с бомбой. Вроде повезло. Спасибо. Спасибо. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Thank you.
Окей. Дальше у нас остается не так много. Ну, сейчас сразу тогда попробуем забрать сверху то, что было. Накатывать чаю. Что-то пошло не так. Подожди. Все. Сейчас исправим ситуацию. Приход мастер, спасибо за фоллоу. Одет прям как Аракус 87. Ну да. Это я пародирую Аркуса. Пародирую. Золотая чаша, золотая. Не знаю, так что-то исторически сложилось, что после поездки в Питер в этом году, в прошлом году, летом, зашел в фикс прайс, купил шляпу за 40 рублей или за 60, и теперь прямо эта шляпа всегда на моем канале. Как-то так сложилось исторически. И теперь вряд ли это изменится. Но может быть, что-то поменяем. Перемены всегда к лучшему. Усы. Я знаю Аркуса. Они у него до шляпы были. Не, ну Аркус. Крутой парень. Окей, друзья, у нас что-то пошло не так. Я что-то не помню. Наверное, какая-то кнопка, наверное, нажимается. Где-то. В каком-то месте. Да, я шатал. А, вот она. Я все время забываю за дракона нажимать кнопку в этот... Как эта кнопка называется? Кнопку B, чтобы он парировал, а не падал вниз. И я часто страдаю из-за этого. Очень часто. Настоящую закажи из Мексики. Да, дорого. Как-то ни к чему. Ни к чему. Незачем. Он все равно разбивается. К черту, я не понимаю тогда, как мы вот здесь проходить. Все равно разбивается вниз. В этот раз дали два пива. Смотрите, как все странно складывается в этой игре. То пиво дают, то пиво не дают. Должен в ушанке сидеть. Я тоже думал, что... Сомбреро и пончо. Ну что, начинается самая интересная часть уровня. Потому что я абсолютно не знаю, как ее проходить. Ну погнали, чё.
Давайте попробуем чудо-тактику. Чудо-тактику. Я ваш шара. Ладно. Ну я ваш шара. Я не учел сопротивление воздуха. Не учел. Бывает. Откуда дракон? Ну это долгая история. Это очень долгая история. Нам бы как-то канарейку отсюда выбить. Крафт Скайрим. Да мадре, fucking bullshit, bullshit, bullshit. Сызет из bullshit. Так, все, минус канарейка. Друзья, я не знаю, как это проходить. Во-первых, надо скинуть веревку вниз. Но. Не все так просто, как кажется. У нас есть две жизни, в принципе. Можно попробовать. Вообще, какие у нас есть ограничения? Раз, два, три. Я бы, конечно, мог бы попробовать прямо снизу долететь. Окей, значит, какой-то... Ну, давайте попробуем долететь. Но это не точно. Пута мадре, я не знаю, как сюда попасть. Что за дичь вообще? Такое место странное, оно меня напрягает, блин. Я просто, ну, не смогу долететь. Слишком далеко получается. Может, подмашнить попробовать? Ну, сейчас попробуем. Хер там. Да серьезно. Просто пролететь. Нет, не очень работает. А, я, кажется, понял, что ты имеешь в виду. Ага, сейчас попробуем. Угу, спасибо, спасибо, приход мастер, ты реально спас мой день. Так. Ну, с этого чувака я не знаю, как сейчас будем прыгать. Отлично. Спасибо, реально. Really, thank you so much, как говорится. My poor friends, I am so sorry that you have not yet found your machine. Ah, nice diamond. So you can use it to cast the spell, right? Oh, yes, it will do just fine. My sister will be waiting for you. Изи-пизи. Весь чат это знал. Подлететь со щитом пёр на сторону. Что-то происходит непонятное. Вообще необъяснимо ничем. Даже журналисты телеканала РЕН-ТВ, они не смогут объяснить всего того многообразия ереси, которое происходит здесь.
Потому что то, что происходит здесь, это... Так, я просто... Еще есть такой, конечно, факт. Такая отмазка, что... У меня довольно сильно когда у меня довольно сильно пригорает вот какого-то уровня в игре, я начинаю очень сильно тупить и очень часто ошибаться. Есть еще вот такая у меня проблема. В конце игры будет говорить какая. Да нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет, Хео. Ой, Хео, Электрик. Спойлери. Не, игра замечательная. Но этот уровень нет. Меня именно выбешивает вот этот уровень пока. Возможно, дальше будет хуже. Возможно. Но мне кажется, что... Возможно. Мне кажется, что вот этот уровень просто очень тролльский, и дальше такого не будет. Мне хочется в это верить. Первую часть? Нет, первую часть я не играл. А у меня проблема, если я застреваю на каком-нибудь уровне, я удаляю ее к черту. Да, вот это проблема настоящая. Но первая часть... Первая часть есть в списке. Ее можно будет выбрать. Ее, ну, кто-нибудь все равно выберет. Рано или поздно. Вопрос времени. Так и было с Костлой и Метроидом. Ты про Электрика, Магнус? А вроде Электрик прошел Коству или нет? Вот Метроида он дропнул. Ну, как дропнул? Отложил. А насчет Коствы? Я что-то не помню. Что-то я не помню такого. Или это про меня? Поздно. Нет, ну про меня. Я-то вроде Костлеванию прошел. А вот прошел ли ее Электрик? Ну, впрочем, это уже совсем другая история. Косту ты не прошел? А-а-а, вот оно что. Ну, капец, как можно Косту было не пройти? Или ты даже не пытался? Чего? Окей, ладно. Какая-то магия сейчас была, что-то багануло. Конечно, про него. Не, я-то скоро Метроида выложу. Так что, Магнус, засекай, Магнус, на следующей неделе. А, нет, на следующей неделе. Через две недели будет Метроид. Даже раньше, наверное. Засекай. Весь, полностью весь стрим с Метроидом. Тетрис. Да, ты ж сколько прошло, это же давно было. Супер Метроида? Так я про Супер Метроид говорю, что я через две недели точно будет. Полностью весь стрим. Наверное, не полностью, я вырежу первую часть, где я запустил не совсем корректный ром. Скорее всего, эту часть я выкладывать не буду. Как-то особого смысла нет ее выкладывать. Да блин, а чё тайминг такой непонятный?
Тайминг, плиз. Что-то не хочет. Слишком много слова Метроид. Откройте слово Метроид в этом слове. Хотя можно и выложить с самого начала. Там, по-моему, где-то полтора часа был не тот ROM, не тот Метроид. В пятку. Уходящим в пятку получил. Да, блин, давай прыгай. Да хорош. У меня просто, Магнус, я выложу по двум причинам. Первая причина — это ты. Вторая — это все твои мечты. Третья — это место на жестком, его уже не осталось. Из 3 терабайт уже осталось гигов 8, наверное. Поэтому надо освобождать место. Пройду этот ваш Метроид. Не, я выложу, будет. Пукановая тяга, не подведи меня, спасибо. Я просто планирую взять другие интернеты взять. Я смогу нормально выложить. Просто если я сейчас начну выкладывать Метроид, мне потребуется на это сутки времени, чтобы его выложить на YouTube. Это и то, если не будет никаких обрывов и прочей херни. Когда-нибудь, например, когда ты касту пройдешь на 33 минуты или даже рекорд поставишь, но это совсем другая история. К тому времени уже седина пойдет. Кстати, электрик, не зарекайся. Не зарекайся. Так, вроде надо, да, кнопка была. Сейчас я попробую за Алафа взять... бомбочку с этими, с чем там, с ключом. Но я не знаю, ключ я брать. Ну, я возьму ключ, но он даром не нужен. Сейчас главное там пушку не стриггерить, а то она бывает триггерится. Нет, 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 куда туда сюда? Сектор ключ на барабане. Ну, сейчас пришлось бы второй круг наяривать. Отлично. Я не пойду туда, я хочу, наверное, сразу. Сразу наверх попробовать. Прямо в рожу. Прямо в рожу, от души так смачно так.
А, вот этого парнишку, наверное, да, никак не отправить туда. Так, кажется, я начинаю понимать суть проблемы. Я думал, что его можно будет отправить туда. Но нет. И сейчас у нас проблема. Я ключ-то не отдам. А ключ-то я не отдам. Может попробовать... А, ключ надо отдать. Чувак, развернись, а то прилетит какое-нибудь дерьмо ведь и... Не отвертеться ведь будет. Да, на весах переправить. Только надо еще подумать, как лучше это сделать. Там надо два. Там надо двоих, чтобы отправить на весах. И при этом стоит сраная пушка, которая троллит. Как бы not the best situation. Not the best situation in my life. So let's try to open the fucking door and beat this stupid level. Exactly. Один хит. Ты правильно говоришь, конечно. Ты правильно мыслишь, электрика. Один хит. Ровно так. Со щита? Нет, со щитом чувака, ты имеешь в виду? Нет, не думаю. Сейчас посос будет. Фу. Забашнили, хорошо. Просто смотрите, сейчас в чем-то еще проблема ведь будет. Сейчас будет вторая проблема. Problem number two. Problem number two. Хотя, может быть, это и не проблем нисколько. Да, обязательно на весах. Назовем это весы троллинга, потому что они без дамага тоже никак не проходятся. Вообще очень странный уровень, на мой взгляд. Очень много мест, которые проходятся только с получением урона. И это пипец как странно для такой игры. Ну, я, конечно, привык уже к таким поворотам. Вот реально, вот два места без дамага, ну, блин, ну не пройти их. Так, давайте пока в защиту встанем. И попробуем вот этим парнишей. Все правильно сделал. Отлично. У тебя полные карманы пива. Но не то чтобы полные, но есть немного запас. Я бы не назвал бы это полными карманами. А? Собаки. Так вот. Собаки. Угу. Ну что, здесь еще уровень? Всего лишь 2.5 часа, ну чуть меньше. И изи уровень. А, я что-то не представляю, как мы будем до конца проходить эту игру. Это же жесть какая. А, огонь. А внизу что, шипы или что? Огонь тоже. А лестница куда ведет? Highway to hell. Так, погнали. Thank you.
World fucking record. Да, все. What? All right. Here's what's gonna happen. You are going to send us to our machine or else. Изящный уровень, друзья. Изящный. Самый изящный уровень в игре.